Итак, как мы размещаемся? Когда мы купили матрицу, например, я купил за $5, $5 эти никуда не исчезли, они у нас появились на рекламном балансе. То есть я и матрицу купил, и могу еще рекламироваться за эти деньги, которые я внес на проект. Два в одном. Как мне разместить баннерную рекламу? Мы переходим в раздел «Реклама». Далее добавляем баннер, нажимаем «Добавить баннер». Вставляем ссылочку, необходимую нам. Далее выбираем файл баннера. Если у нас нет баннера, мы можем написать текст. И вместо баннера, вот как мы сейчас видим в данный момент, в этой графе будет располагаться ваш рекламный текст, при нажатии на который люди также будут переходить по вашей ссылочке. Так как у меня баннер есть, текст мне заполнять нет необходимости. Нажимаю «Создать». Все, мой баннер появился. Теперь, как мы помним, у меня на счету $5. Мы пополняем рекламу нашего баннера. Например, 2 дня. В данный момент это стоит $4. Сумма, я как понял, будет варьироваться в зависимости от популярности сервера. Пока что один день стоит показа нашего баннера $2. Мы нажимаем «Пополнить». И мы видим, что у нас есть даже статистика, сколько показов, сколько переходов. Ну, так как я только разместил эту рекламу, то, соответственно, показы и переходы у меня по нулям. Мне видно, что баннер размещен до 12 августа. Сейчас 10 августа. Хочу отметить, что когда у вас закончится сумма на вашем рекламном счету, и вы захотите еще раз разместить рекламу, либо продлить старую, вам нужно зайти сначала пополнить свой счет и необходимую сумму. Потом мы заходим в раздел «Матрица», покупаем еще одно место в «Матрице». Например, если самое дешевое – это пешка под собой же, либо если вы хотите больше денег потратить на рекламу, покупаете, заходите в раздел «Конь» и покупаете здесь место за $20. И эти деньги появляются у вас на рекламном счету. И получается, что вы два в одном делаете и участвуете в маркетинге, и рекламируете свои проекты. И даже в том случае, если вы в данный проект не будете никого не приглашать, то вы будете продвигать сами себя, потому что вы будете рекламировать свои другие проекты и постепенно заполнять сами же свои же матрицы. То есть какое-то время пройдет, вы будете рекламировать другие проекты, а здесь у вас будут закрываться матрицы своими же местами. Вот чем выгодна эта матрица?